Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Утром Катя, помощница частного детектива Лукина, как и обычно, ехала на работу. Девушка! Девушка! Вы где? Я страдаю сумасшествием. Хотя нет, я им наслаждаюсь. Нет, это не глюки. Она выскочила буквально на 2 секунды в свете фар, сплеснула руками, и я закрутила в сторону, и все. Убийца могла. Или ее переехать. Лёля. Интересно, Лёля – это Лена или Оля? Итак, перед нами несколько вопросов. Первый. Кто такая эта девушка? Второе. Куда она делась? Ну и третий вопрос. Что она от тебя хотела? Мне кажется, она была очень страшно напугана. Выскочила под колеса. Это же не просто так. Да еще этот ключик. Ну а что ключик? Смотрите, мужчина. Если женщина несет что-то в варежке, то это значит только одно, что она не хочет потерять эту вещь. И это невозможно в варежке. Варежка могла слететь вместе с вещью? Нереально. Если она не хочет эту вещь потерять, то она держит ее вот так, варежку. И это нереально, понимаешь? Моя версия такая. Девушка попала в беду. Она увидела, что машина остановилась, и водитель из нее точно выйдет, бросила варежку под колеса. И еще как раз здесь этот предмет, который точно даст зацепку на то, кто она. Как-то все зыбко. Мало ли кто водитель. Заглянет ли он под колеса? Возьмет ли он варежку? Вот смотрите, если бы вас преследовали по пустынной улице, и у вас не было бы ничего под рукой, что бы могло о вас рассказать, что бы вы сделали? Ну хорошо, посвятите сегодня день этой варежке. А я покопаюсь, может что-то и прояснится. Федор и Катя отправились на место происшествия. Слушай, а может эта девушка хотела покончить с собой? Фу на тебя, тогда куда она делась? А убежала, как большинство самоубийц, в конце концов передумала. Ну и дала стрякача, чтобы водитель по репе не настучал за такие шуточки. Так, тормози, приехали. Дома все одинаковые. Угу. Да, обычная современная новостройка. Да ты не отвлекайся. Блин, хоть бы одного человека встретить, спросить. Эй, мальчики, девочки, что вы ищете? Хорошо, что мы вас нашли. Это я вас нашел, я Ахмед. Уважаемый Ахмед, мы девушку ищем. Она примерно вот такого роста, у нее темные волосы. А еще она в светлой куртке ходит по пояс, и у нее варежки, ярко-розовые варежки. Она здесь могла быть где-то в 7:30 утра. Может, вы ее видели? Такие девушки тут не проживают. А которые проживают, так рано не просыпаются. Никогда. А вот если в ту сторону пойдете, там вообще дети. Там много девушек. А может быть, там ваш девушек. Спасибо. Спасибо большое. Лукин решил дать объявление в газету и на местное радио. Примите срочно. Да, оплатил электронный платеж. Угу. А текст такой. Найдена варежка розового цвета. Внутри брелок с ключом. Владельца или любого, кто сможет назвать особые приметы находки, просит обратиться по адресу. Да какой террорист? Вы на меня посмотрите. Я помощник частного детектива. Мы помощники частного детектива и находимся здесь по очень важному делу. Нам нужно попасть в общежитие. Что за дело такое? Мы ищем девушку, а она сегодня утром где-то в 7:30 вышла из общежития и пропала. Скорее всего, она попала в беду. Угу. Хлипкие вы какие-то для детективов. Больно не похожи на них. Ну, знаете,
каждой губернии свои масштабы. Тетя Марин. А, Светочка, это ты? Тетя Марин, мне мама варенье прислала маленечное. Хотите? Вот спасибо тебе, добрая девочка. Кашляю всю ночь напролет. Тетя Марин, вы ребят пропустите. Они со мной договаривались. Вот вышла встречать. Так они к тебе чё ли? А чё ж не говорят? Молодежь. Идите уже. Только не курить. И не распивать спиртных напитков. Светочка, ты не забудь про вареница-то. Ой, я как примету услыхала, так сердце зашлось. Мы ж только тут вместе живем. А вашу соседку зовут Оля? Ну что ж сразу на вы? Я Света, а вас как? Я Катя. Я Федор. Ну вы прям живые детективы? Ну просто убийцы веником. Прям живые детективы. Она. Слушай, а куда она могла в такую рань пойти, а? Ну, вообще на работу, только еще раньше. У нее в 6 часов смена начинается. Мы на хлебзаводе работаем, тут недалеко. Так может, мы можем на работе ее найти? С работы уже звонили, бригадирша ругается, Ольки нет. Что с ней могло случиться? Ну, давайте я вам сейчас все расскажу, а вы сами решаете, идет? Идет. Да, Кать. Ага, молодец, сейчас запишу. Давай, диктуй. Угу. Ольга Макаровна Тараскина. Где работает? Хлебзавод номер 1. Понял. Так, проживает общежитие номер 3. Ага, дата рождения. Давай, 1992, 5 декабря. Ну, молодец. Все, спасибо. Угу. Она же не домовская, Олька-то. Вот приехала поступать, мы с ней на экзаменах и познакомились. Вот говорит, поступлю на работу, а потом к маме и папе, чтобы, мол, гордились мной. Подожди, это же самое главное. Где ее родители живут? Ну, вот чего не знаю, того не знаю. Так чего она в общаге-то? Ой, да там такая странная история вообще. Типа, поступила на работу и почапала к родителям, а там их нет. Как нет? А где они? Ну, не знаю, она... Пришла, рвет 3 ручья, говорит, в квартире тетка живет. Говорит, я квартирешку купила, не мои дела, иди отсюда. Вот как бывает на свете. Подожди, а что она в детдоме все-таки делала, если у нее родители есть? Так их вроде как прав лишили, но Олька не верила. Она все говорила, мы хорошо жили, весело, у мамы и папы квартира большая. А как ее могли лишить прав на квартиру? У нее же есть право на жилплощадь. Ну, мало ли как в жизни бывает. Скажи, а Оля рассказывала, ну, как это было? Ну, значит, дело было так. Нифига себе, родители ремонт отгрохали. А вы кто, родственница? Может быть, вы мне объясните, кто вы и что вы делаете в моей квартире? В вашей квартире? Это квартира моя и моих родителей. Я эту квартиру купила у неких Тараскиных, Макара и Валентины, еще 2 года назад. Ну так я их дочь. Ни о какой дочери в документах сказано не было. Знаете что? Мне пора собираться на работу. Где мои родители? Съехали. Куда? А вот это уже не моя печаль. А у Оли в последнее время не было проблем? Ну, может, новые знакомства? Стас, это Стасик, точно говорю, с ним связано. Так, что за Стасик? Ну, он тут за Ольку хлёстывать начал. Он тут со всеми переобжимался уже, а как Оля увидел, так крышей поехал. И говорила, не ходи с ним, он бабник, она ни в какую. А у Стасика фамилия есть? Не знаю, есть, наверное. А где его найти можно? Ну, всем говорят, что в автосервисе работает. А я не знаю, не проверяла. Для нас девушка с глубинки это не вариант. Почему? Да такой же галаштанный, нафиг. Вокруг Кольки и так, и эдак. Ходит, за ручки держится, как дети малые. Смотреть противно. Еще он брелочек ей этот дурацкий подарил. Ну, такое сердечко розовое, знаете? Жуть. Вот про сердечко поподробнее. Ну, так есть такие, как бы, 2 половинки одного сердечка. На них еще имена записать можно. Оле было написано Лёля. Надо же такое придумать, Лёля. Спасибо, Свет, и за чай, за все. Ты нам очень помогла. Да, спасибо большое. Но мы еще заглянем к тебе, если ты не против. Спасибо. Рано утром по дороге на работу помощница детектива Лукина Катя едва не сбила девушку, бросившуюся ей под колеса. Девушка исчезла, оставив под колесами варежку и брелок с надписью «Лёля». Детективы выясняют, что девушку зовут Ольга Тараскина. О, ну что, день принес? Ну что, ушла на работу. Хлебзавод буквально в 2 шагах. Не дошла.
Есть парень, некто Стасик, ну, девчонки в общежитии, с которыми он общался до Оли, знают только его имя и предположительно, что работает в автосервисе. По описанию, ну, крепкий парень, брюнет, ходит в камуфляже и берцах. Брутальный тип. И еще важное. У Оли здесь есть родители, но воспитывалась она в детском доме в Николаевке. Якобы вернулась домой из детдома, ее оттуда выгнали. Ну, якобы родители съехали. Куда, неизвестно. То есть как неизвестно? То есть девочка из детдома пришла к себе домой, а там чужие люди? Именно так. Да нет, подожди, ерунда какая-то. Ну-ка, Федор, посмотри по адресным базам, по ее паспортным данным. Может, всплывет что-то похожее на Олю или на Макара Тараскина? А я? А сейчас Федор закончит и поедете с ним по автосервисам. А я-то там зачем? Ну, будешь очаровывать брутальных автослесарей. Вот ерунда, я сначала своих знакомых опрошу. Так вперед! Вася, привет, это Катя. Слушай, ты мне не скажешь, не слышал ли ты ничего о молодом человеке лет 18-19 по имени Стасик? Ну, он ходит в камуфляже и берцах. Ну, работает в твоей сфере. Поищи, пожалуйста. Спасибо. Что? Мои свечи приехали? Ну, я тогда заскочу. Ты прелесть, обнимаю. Ты прелесть, обнимаю. Теперь я понимаю, почему мои запчасти зависают. В адресной базе Федор нашел некоего Тараскина Макара Петровича с оговоркой, что тот выписался с данного адреса 2 года назад. Лукин решил сам поговорить с новыми жильцами. А зачем мне нужен частный детектив? Дело в том, что ваша квартира... Моя квартира в порядке. Налог на недвижимость я давно уже заплатила. Отстаньте от меня! В поисках таинственного Стаса помощники Лукина поехали в автомастерскую. Вы от Васи из проспекта Победы. Я Николай. Ну что, здесь будем говорить, вовнутрь зайдем. Давайте здесь, мы ненадолго. Ну добро, вы о Стасике что-то хотели узнать? Да хотелось бы его увидеть. Мне бы тоже хотелось, но вот пропал он, аж 2 дня нету его уже. Как, прямо без объявления войны? Вот это ты, парень, точно. Сдается мне, взяли его насчет войны. Кто? Ну кто? Знаешь? За ним что, в военкомат охотился? Ну а чего же, возраст у него призывной. Так он от армии косил? Да не то, чтобы косил. Мне он рассказывал, что всю жизнь по дедомам мотался. Сирота же. Ну и вот, то из одного сбежит, то из другого сбежит. Ну, ты так и добегался до совершеннолетия. Где теперь его военкомат найдет? У него ни кола, ни двора нету. А это точно, что сирота? Ну, вот чего не знаю, того не знаю. Он же еще маленьким попал в детдом. Вы, ребятки, вот что, просьба большая. Как найдете его, скажите ему, ну, пускай он возвращается. У парня руки золотые. Он, ну, не поверите, в каждую машинешку аж насквозь видит. Вот так. А как он с людьми? Ну, как? Доверия у парня нету к людям. Вот с девчонками только он здорово общался. Они нам весь забор вон измазюкали своими соплями. А вот с машинами, ох, как он душевно. А машины, они же знаете, какие благодарные. Ладно, Николай Васильевич, спасибо. Ну, очень нам помогли. Да с чем я помог, господи, болтать-то языком, знаете, любой дурак может. Вот, вы мне его найдете, ребятки. Лады? Не переживайте, найдем. Пацан, слушай, ты мне машину потом пригони, у тебя вон ремень там свистит. Хорошо. Ну, давайте, удачи. До свидания. История все интересней и интересней. И опять всплывает мотив детдома. А может, они в одном детдоме были? Может быть. А, кстати, с военкоматом хорошая мысль. Если он действительно опасается военкомата, может, он действительно с нашего города, а? Значит, ну, здесь должны быть и родные, и жилье. Не нравится мне вся эта череда пропаж. А мне не нравится эта история с квартирой Тараскиных. Ну, действительно. Страховая компания пропала в неизвестном направлении. Риэлторы ищи свищи. А визитка, которую дала мне Сазонова, я по ней звонил. Там отвечает детский садик. Ну, как вам нравится? Приходит девочка к себе домой, а там чужая тетя. Потом эта девушка куда-то девалась. У экстренников ничего? Нет, слава богу, у экстренников ничего. Ты вот что, отправляйся сейчас в отдел опеки
Я думаю, там наверняка должна сохраниться информация и про Ольгу, и про ее семью. По-хорошему, надо в окрестностях перевернуть все подвалы, чердаки и хозяйственные постройки. Ну как-то искать Ольгу, а не по офисам рыскать. Катюша, я тебе уверяю, самые страшные дела творятся именно в офисах. Побывав в опеке, Катя выяснила много интересного и сразу же решила поделиться информацией с Игорем Петровичем. Но Лукин велел ей возвращаться в офис. Здравствуйте, Фаина. Опять вы? Мне некогда. Я на работу опаздываю. Вот. А вы здесь закройщица работаете? Это мое ателье. На неделю закупились? Это кошки. Простите, мне некогда. Алло, Федор, я сейчас в общежитие иду. Ты потом меня подхвати, хорошо? Договорились. Лукин решил сам наведаться в общежитие и задать Свете несколько вопросов. Девушка назначила ему встречу у входа. Приходил? Что сказал? Где он? Ничего не сказал. Он тут Олю искал, а как узнал, что исчезла она, страшный стал, почернел весь и убежал. И что, больше ничего не сказал? Он сказал, убью, говорит, эту, ну, слово такое плохое на «с», как собака, только женщина. А про кого он такое мог сказать? В том-то и дело, что не знаю. Но когда он приходил? Ну, утром я как раз в училище бегала, он меня тут чуть-чуть поймал. Чуть руку не сломал нафиг. Эй, уважаемый, уважаемый! Здравствуйте, уважаемый Ахмед! Здравствуйте, вы даже мое имя помнишь? Ты хороший человек. Твоя девушка вчера про варежки говорила, розовые. Вот одну я нашел. А где вы ее нашли? Да во дворе же. Решил, что вы придете. И не ошибся. Слушайте, спасибо вам огромное. Сейчас... Да ну что, ну что вы. Вы даже, вы думали, что я шайтан? Девушка искал. Нашел, перчатка остался. У Ахмеда тоже есть дочь. Спасибо вам большое. Ищи девушка. Это будет спасибо. Хорошо, спасибо. Простите меня. Да, Игорь Петрович, здравствуйте. Нет, по объявлению пока никого нет. Угу. Добрый день. На ваш адрес заказана пицца. Ну, мы не заказывали пиццу. Значит, коллеги ваши заказывали на бумаге ваш адрес. Адрес наш. Куда ставить-то? Эй, вы чего, верните на место? Ты не ори. Здесь кроме нас нет никого, я это точно знаю. Это не ваши вещи. А вот и мои. Поняла? Мои. Нет, не твои, Стасик, а твоей сестры. Что же ты раньше не объявился? Объявление еще вчера утром дали. Занят был. Не твое дело. Да, мы столько времени потеряли, пока выясняли, кто ты и что ты, искали тебя. А я не просил. Я Лёльку сам найду. Один раз нашел, во второй раз найду. Ты, кажется, Стас, я тебя видела, ты со Светкой ходишь. Ни с кем я не хожу. А ты меня совсем не помнишь? Угу. Смотри. Это же я маленькая. И мама. И я. Ты у родителей была? Да, была. Там тетка какая-то живет. Сказала, родители съехали, она не знает куда. Ну, родителей мы найдем. А квартиру они без нас продать не могли, это я точно знаю. Ты такой большой и умный.
а потом она пропала. Но мы же можем вам помочь. Нам никто не может помочь. Вы тут в тепле живете, работаете, что вы о нас знаете? Из-за таких, как вы, мы всего лишились. Живете себе тут, вот и живите, а мы будем жить своей жизнью. Ну так получилось, что я последней видела Олю. Типун тебе на язык, Мымра. И не путайся под ногами. Рано утром по дороге на работу Катя едва не сбила девушку, бросившуюся ей под колеса. Девушка исчезла, оставив под колесами варежку и брелок с надписью «Лёля». Детективы выяснили, что девушку зовут Ольга Тараскина. Ее родители, лишенные родительских прав, исчезли, а их квартиру занимает другой человек. Тебе то хуже будет. Федя, отпусти его. Отпусти! Но... Он улики спер. Они свое дело уже сделали. Это же наш Стасик, надо за ним проследить. Не надо. У нас много новой информации, надо все обсудить. А Стасик пусть пока один побегает. Пошли. Вот я не пойму, почему мы сидим и ждем? Ну, сейчас такой момент, когда надо немножко подождать. А там девушка, может, погибает сейчас. Не погибает. Поверь моей интуиции. Ну, хорошо. Расскажу вам сказочку. Жили-были брат и сестра, Стасик и Оля. Стасик на год старше сестры. Когда дети были совсем маленькими, их родителей лишили родительских прав. Ну и детей отправили в детдом. Ну, в разные детдома. Почему в разные? Да потому что он сбежал. Я уже все в опеке выяснила. Олю забрали одну. Правильно. А я уже навел справки в военкомате. Он действительно приписан к нашему военкомату. И мне даже адрес прописки дали. Да, жуткая история. Здесь он уже встретился с сестрой, и они решили вернуть свою квартиру. Ну, в общем-то, правильно решили. А потом сестра пропала, и мы тут. Я не пойму, откуда он взял пиццу и эту форму с накладной? Ну, я думаю, друзей-то у него хватает. Откуда? Ну, помотался по детдомам. Наверное, их десяток сменил, не меньше. Да, в опеке сказали, что его следы уже теряются после второго детдома в 10 лет. Ну, я думаю, его поискали в свое время. А потом он побегал, искать его перестали. Ну и документы, скорее всего, потерялись. А в военкомате остались? В военкомате там все по-другому. Вот ужас. Вернулся домой и напоролся на запертую дверь. Еще чужую. Кстати, сейчас чай допиваем и заступаем на дежурство. Значит, Федор, отправляйся во двор, который примыкает к общежитию. Там есть надпись, это ателье. Кукольный дом называется. Вот посиди там, посмотри, не появится ли кто. А я? А ты отправляйся во двор Сазоновой, как бы там Стасик не объявился и чего не натворил. Справишься? Угу. Ну, молодец. Игорь Петрович, доброй ночи. Появилась женщина по описанию Фаина Сазонова. Да, сфотографировал. Сейчас она будет выходить, я еще раз щелкну. А зачем я это делаю? Ну хорошо, потом так потом. Спокойной ночи. Алло, Федор. Лукину удалось раздобыть новый адрес родителей Оли и Стаса, и он отправил своих помощников навестить их. Да. Вот этот подъезд, видимо. Выследили, значит. Поздно. Сгорел, то есть. Совсем недавно. Соседка сказала, и мать, и батька запалились по пьянке, и сами там. Стас, давай мы тебя куда-нибудь подвезем. Куда мне повезете? Я ж грязный. Да глупости какие, тебе куда надо? К Николаю. Знаете, наверное. Вот, поехали. Ты это... Не сердись, что я тебя обозвал. Совсем не мы, брат. Очень даже хорошенько.
только худа и больно. Я таких не люблю. А сестру-то как нашел? Пацаны базарили больше всего девчонок в общаге текстильной. Ну, пошел туда, начал знакомиться. Боялся, что сестру не узнаю, а как Лельку увидел, сразу вспомнил. До этого никогда не вспоминал. Это ты ее в детстве Лёлей называл? Да. Это ключи от дома, да? Лёльке в опеке выдали вместе с адресом. Хотели родителей найти, а там... Потом Лёлька пропала, а за ней начал смотреть, что за люди, зачем сеструху ищете. Мы же одни на белом свете, нам помогать некому. Если обидеть только, вы извините, что я на вас напустился. Слушай, а ты не знаешь, что могло вчера Олю с утра погнать на улицу в рабочую смену в 7 утра? Ладно, походу не справится мне без вас. Короче, слушайте, ей эта тетка встречу назначила в 7:30. Я должен был чуть пораньше приехать. Чего-то Лёлька ее боялась. А ты опоздал. Ну вот, а потом я приехал, наконец, а там же нет никого. Только следы от протектора. Твои, скорее всего. Все. Приехали. Ты ко мне на днях заезжай, это у тебя... Знаю, знаю. Ремень генератора. Какой там ремень? Машина в голос плачет. Еще чуть-чуть заболеет совсем. А сколько ты стоишь-то? Ну, вы, наверное, тоже не бесплатные. Сочтемся. Давай за ним. Предчувствуй меня. Давай. Стас действительно не остался у Николая, а отправился к дому, где раньше жили родители сирот. Пошли наверх. Где моя сестра? Извини, старик, у меня нет другого выхода. Все не так, как ты думаешь. Ты слишком инициативен. Алло, Игорь Петрович, мы на квартире у Фаины. Стас на нее напал. Хорошо, ждем вас. Оля, ты где? Молодая пряха на плите. Оля, я частный детектив. Пойдем, я тебя домой отведу. Пойдем? Пойдем, пойдем, пойдем. Больше не дома. Уходите. Может, вам чаю? Нам бы водички и что-то пить хочется. И что же теперь делать, если эта девочка действительно дочь Тараскиных? А я их сын. Кошелка ты позорная. Ну, скорее всего, будет суд, который, видимо, признает права детей на эту квартиру. А как же я? А вы сами на что повелись-то? На цену, да? Да, квартира в центре, и было совсем недорого. И тем более срочно продавалась, риэлтор спешил, дескать, хозяевам срочно нужны деньги. И тут мешкать нельзя было. У него очередь на эту квартиру. И вас нигде не кольнуло? Почему так дешево? Почему так срочно? Может быть, квартира с обременением? Почему вы ничего не проверили? Я доверилась этому риэлтору. Я продала все, что у меня было. Квартиру моей мамы, дачу, машину. А что мне теперь делать? За глупости приходится дорого платить. Вы их и так наделали уже достаточно. Я не такая идиотка, как вы думаете. Я буду отстаивать свои права. У вас нет никаких... Не смейте называть меня дурой. Да, два инициативных балбеса. И я старый дурак, а? Помчался в подвал девчонку вызволять с милицией. Оказывается, самое интересное это у вас происходило.
Держите. Будете принимать по инструкции. Она внутри. Чем это она у нас? Главное, зачем? Очень просто. Клофелином. Ну, вы же, наверное, с утра ничего не ели, голодные были. Вот вас сразу и унесло. А зачем? Запуталась, глупая женщина. Нифига себе, запуталась. Вот именно. И чем дальше, тем больше. Я думаю, что похищать Ольгу она не хотела. Просто она не могла допустить, чтобы Ольга кому-то про квартиру рассказала. А тут ты. Алло, Стасик, ты скоро? Давай, жду тебя. Ага. Ну, здравствуй, деточка. Не бойся, глупышка, я хочу с тобой только поговорить. Не подходи ко мне, я буду кричать. А кто тебя услышит? Глупенькая, пойдем поговорим. Помогите! Пойдем! Да, конечно, я виноват. Ну, затолкала она Ольгу к себе в подвал. Ну, нельзя же допустить-то, чтобы она оттуда вышла. Она куда сразу пойдет? В милицию. Ну, хорошо, допустим, как-то с девчонкой можно было бы и договориться. А тут я появился. Надо же, какое невезение. Что-то мне ее не жалко. Так зачем она нас травила? Да просто она хотела вас усыпить и убежать. Ну, пока суть до дела, все может как-то и забудется. Она же понимала, что квартира теперь не ее. А за похищение человека ей светит срок. Вот она решила по-тихому смыться. И накинула себе пару лет. Вы знаете, как говорил Эйнштейн, в природе есть две бесконечные вещи. Вселенная и человеческая глупость. Оля в больнице, ей требуется реабилитация. Фаина находится под следствием, ей предъявлено обвинение по нескольким статьям. У Стаса и его сестры теперь есть дом. Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Ну что, будем считать, дело закрыто, клиент доволен. Да. Алло, это офис частного детектива Насонова? Да, моя фамилия Насонов, слушаю. Я из курьерской службы. Должен доставить вам письмо. Как лучше вам его передать? Я на улице Коммунаров, около дома 5. Так, ну проходишь 5-й дом, дальше будет 7-й. В 7-м доме есть арка. Через арку выходишь во двор, и там увидишь наш офис. Да, вижу арку скоро. Алексей, ты что это было? Похоже на выстрел. Пойдем посмотрим. Травматики, похоже, стреляли. Вызывай скорую. Алло. Скорая? Алло, милиция? Молодой парень без сознания. Возможно, стреляли из травматики в него. Коммунаров 5 во дворе, ну, рядом с аркой. Скорую вызвали уже, ждем. Черт бы побрал эту травматику, ведь сколько проблем из-за нее. Каждый день по телевизору. То разборки в ДТП, то просто в клубе пьяные поспорят. То во дворе, то еще что-нибудь. Ну. Нет, здесь, похоже, другой случай. Стреляли-то сзади, он, возможно, стрелка я не видел. Слушай, а у курьеров должна быть, ну, сумка. В чем они там носят? Конверты всякие. Не в карманах же он таскает. Посмотри, тут нет. Да. Димочка, тебе когда к ужину ждать? А, извините, он сейчас не может подойти. А кто это? Мама Димы. Постойте, а вы кто такой? Дайте быстро моего сына, быстро! Понимаете, тут такое дело. Дима ранен. Алексей Насонов постарался успокоить взволнованную женщину и дал ей адрес своего агентства. Да, место для нападения подходящее. И камер наблюдения, похоже, здесь нет. Здравствуйте, это частное детективное агентство? Да, здравствуйте, моя фамилия Насонов. Чем могу быть полезен? Я мать Димы Рогова, ну, курьера. Это же вы его нашли, скоро вызывали. Вы присаживайтесь, и только не волнуйтесь. Врачи говорят, что опасности для жизни нет никакой. Ром, принеси минералки. Спасибо. Ну,
кто это Диму моего? За что? Ведь он никому ничего плохого не делал. Он даже мухи не обидит. Помогите разобраться. Милиция уже занимается этим делом? Следователь сказал, дело глухое. Ни свидетелей, ни улик. Но мне нужно знать, что произошло. Дима никому ничего плохого не делал. Я вас очень прошу. Да, на самом деле зацепок пока никаких. Ну хорошо, мы попробуем. Ну вы же найдете. Я вам верю. А я в больницу. Вот что, Ром, давай-ка еще раз осмотрим место происшествия. Ну что, вот мы и прошли от автобусной остановки до места, где на Диму напали. Ну да, и все без толку. Правда, есть небольшая зацепка. Там возле арки на магазине камера наружного наблюдения. Ты записи посмотрел? Да, курьер на секунду попал в кадр. На тот момент его никто не преследовал. Ну, то есть за ним никто не шел. Но значит, ждали его именно здесь. Слушай, а сумка на нем была? Да, был рюкзак, и он пропал. Так что, если были какие-то важные документы, вы чего-то ждали? Да в том-то и дело, что ничего не ждал. Смотри-ка, там все-таки кто-то обитает. Ну, давай посмотрим. Ну вот, полюбуйтесь на этого красавца. Без определенного места жительства, зовут Жора. Это он нас бутылку кинул. Извините, граждане, никого хотел обидеть. Слушай, ты не хотел. А если бы эта бутылка кому-нибудь на голову, а? Так, подожди, подожди, Ром, не кипятись. Жор, вот здесь недавно молодого парня подстрелили. Ты же у себя, наверное, был. Может быть, что-нибудь видел, слышал, а? Ну, бабахнуло. Потом менты приехали. Я спрятался. Там в конце коридора кладовка есть. Там и сидел, пока все не затихло. А то свинтили бы. Ментовку забрали. Жор, мы тебя забирать никуда не будем, поэтому давай еще раз и сначала. Значит, был выстрел. Что было потом? Ну а что, я подбежал к окну, посмотрел, там никого нет. Только машина с места сорвалась. Да иномарка вроде, белая. Ну а номер, кто за рулем был, мужчина, женщина? Не знаю, мне сверху не видно было. Ладно, давай так, Жор. Вот смотри, вот моя визитка, здесь адрес моего офиса. Если вдруг ты что-нибудь еще вспомнишь, дай, пожалуйста, знать. Утром следующего дня Насонов встретился с диспетчером курьерской службы Полиной Львовой. Ну, кто бы мог подумать, Дима такой хороший парень. А раньше с курьерами ничего похожего не происходило? Ну, были какие-то мелкие ссоры на бытовом уровне, но это там с пьяными, где-то в транспорте, на улице. Ну, чтоб так стрелять из пистолета, уму непостижимо. Вот что вы просили, график передвижения Димы за вчерашний день. А кто еще был в курсе его перемещения по городу? Я, наш директор Доронин, потому что он каждое утро запрашивал информацию о загруженности курьеров. И, ну, кто-то из коллег, может быть, Димы, и все. А кто-то посторонний? Знаете, был вчера звонок как раз по поводу Димы, ну, деловой звонок. Так, давайте подробнее. Кто звонил, по какому поводу? О! Фу, тебе чего? Начальник сказал, если что-то вспомню, зайти. Я вчера не в себе был, да выпивший, а сегодня вспомнил. Ну, спасибо тебе. А что вспомнил-то? Спасибо, оно не булькает. Слушай, давай выкладывай. Утром деньги, вечером стулья. Я вчера за полчаса до того, как бахнуло, во дворе был. Бабу там видел. Ну и что такого? Ну, кто-нибудь из соседок вышел в магазин или прогуляться? Она не местная, точно. Я свои почти всех знаю. Я видел впервые. Она около арки стояла, головой вертела. Да, и как будто что-то прикидывала, да? Описать ее сможешь? Солидная такая тетка, лет около 40. Прикинутая, ну, в смысле одежды. Извини, начальник, я ее мельком видел. Я там около помойки со своими делами занимался. Оглянулся, у нее телефон заперекал. Еще мелодия такая, та-да-та-да-та-да. Угу. Слушай, а если увидишь ее, опознать сможешь? Наверное. Да, еще, когда я там дела закончил, подарок и цокот. Потом машина ойкнула. Ну, такой койкует, когда сигнализация снимает. Ну, я понял. Ладно, спасибо тебе. Держи. Вот, Задорожная Лия Николаевна, замдиректора коммерческой фирмы «Торговый полюс». Она как раз звонила по поводу Димы, интересовалась. 12.02. А что она от него хотела? Она сказала, что рассмотреть его резюме на должность менеджера по логистике. По всем параметрам, мол, парень им подходит, надо срочно связаться, а в резюме он оставил только рабочий домашний номер телефона, мобильный не оставил. И вы дали ей мобильный?
Да, дала. Она еще сказала, что будет целый день мотаться по делам. Может быть, где-то по пути его перехватят. И я ей продиктовала график передвижения Димы. Насонов поручил своему помощнику позвонить в торговую компанию «Полюс». Да? Ну, извините, видимо, это ошибка. В торговой компании «Полюс» про госпожу Задорожину никто слыхом не слыхивал. А замдиректора по кадрам у них мужчина. Ну вот смотри, график передвижения Димы после 12 часов. Офис на улице Лётной. Полно народу, яблоку негде упасть. Туристическая компания, улица Театральная, то же самое. Вот офис на улице Трубецкой. Единственное тихое место – это улица Коммунаров. Да, недостроенный дом, арка, тихая улица по дороге к нам. Ошибаешься, посмотри повнимательнее на весь список. Так, стоп, я не понял. Так нас вообще нет в списке его маршрутов. Как такое может быть? Он же звонил нам, он шел к нам. Вот там-то все и дело. И интересно, с чем он к нам шел. И, судя по всему, по своей инициативе. Да, и учитывая звонок Липовой госпожи Задорожиной в курьерскую компанию, дело принимает неприятный оборот. Кстати, звонок был с уличного таксофона, я проверил. И, учитывая все обстоятельства, получается, что блондинка средних лет вместе с машиной, которая появилась во дворе за полчаса до нападения, возможно, с пистолетом в сумочке. Это не плод воображения бродяги Жоры. Ладно, я к следователю Соколову. Может быть, у них появились какие-то новые материалы. Нина, нас интересует вчерашний день. Если можно, подробно, вот с самого утра. Все как обычно было. Мы с Димкой позавтракали, стали собираться. Димка позвонил на работу диспетчеру, чтобы прикинуть примерный маршрут и поездок по городу, сориентироваться. Он почти всегда так делает. А вы вместе ушли из дома? Нет, я торопилась, уже одевалась. Когда зазвонил телефон, Димка к телефону подошел. А кто звонил и о чем был разговор? Я была в прихожей, опаздывала уже, слышала только краем уха. Димка спрашивает, а где эта тетя Клава? Хорошо, это рядом. Во второй половине дня я должен быть на улице Нестерова. Это по дороге. Сейчас я к вам забегу, а все, потом я ушла. А кто такая тетя Клава? Соседка, этажом ниже живет, бедная женщина. Тяжело ей приходится, но я ее не так хорошо знаю. А Тимка ей то полк прибьет, то радио починит. Живет замкнуто с девочкой лет 6. Внучка? Ну да. Спасибо, Нина, как будут новости, мы вам сразу позвоним. До свидания. Курьер Дима Рогов нес в офис детектива Алексея Насонова письмо, однако кто-то остановил его выстрелом из травматического пистолета. По просьбе матери Дмитрия детективы начинают расследование и вскоре выясняют, что курьерская служба не направляла Диму в агентство. Ой, едва дошла. Ну, Катя сообщила Насонову последние новости и рассказала ему, что зайдет к соседке Рогова. А где еще в сберкассу? За пенсией надо. А нельзя отложить выход из дома? Ну как? Сегодня к Сонечке, внучке, в больницу ездила. Она там на обследовании лежит. Ну, а родители, они не могли? Родители. Паша как 4 года, как погиб. Он шофером был, в аварию попал. И насмерть. Да. А мама Сони, она где? Мама, в тюрьме моя Аня. Уже 2 года как. За убийство. Еще один такой вопрос у меня к вам. Вот вчера утром вы звонили своему соседу сверху, Дмитрию Рогову? Димочке? Да. Звонила. Хороший он паренек. Душевный. Помогает мне в магазин сбегать, в аптеку. А больше надеяться-то не на кого. А что у вас за дело к нему было? Дело? А, дело по его части. Мне письмо надо было по адресу доставить. Адрес? Улица Потехина, дом 6? Вроде так на конверте было написано. Вроде так. А Димочка сказал, что по дороге. Это ему как раз по дороге. Ну, зашел и забрал письмо. Ой, это мой начальник, наверное. Я открою. Подождите. Да.
Ну, что тут у вас? Нашелся отправитель в наш адрес. Бабуля. А курьер ее сосед. Вот почему наш адрес у нее не помечен в списке. Да жалко ее бабушку. Ей еще сберкассу за пенсии идти. Да это не проблема, я подвезу. По дороге поговорим. Клавдия Васильевна, насколько я понимаю, письмо, которое хранилось у вас, было адресовано мне. А что за письмо? От кого? Почему оно у вас оказалось? А в тот год, как Аню посадили, да, свидание было после суда, и она мне сказала: «Мама, в серванте лежит письмо. Если что-то со мной случится, это письмо отправь по адресу. Только почтой не шли. А затеряться может, сама отвези». Угу. А чем ваша Аня до приговора занималась? Да когда муж ее, Паша, погиб в аварии. Ну что делать, Анечка? Домработницей устроилась, ну, к богатым. В нескольких домах работала. Ну жить-то надо как-то. Да, живете вы небогато. Пенсия маленькая? Пенсия... Слезы. 5000. Мы бы на эту пенсию с Сонечкой не прожили, если бы не вспоможение. А что за вспоможение? А в тот год, как Аню посадили, мне перевод пришел. Аж на 60000. Аня мне сказала, что деньги так и будут приходить. Угу. А в этом году? Нет. Я так ждала, так ждала. Перевод должен был 2 месяца тому назад прийти. Ну, я написала письмо Ане в тюрьму. А позавчера она мне позвонила сама. Подождите, как позвонила из тюрьмы? Да. Сказала: «Мама, у меня мало времени. Мне соседка по камере телефон дала. Авторитетная». Авторитетная? Ну да, да, может быть. Так что вам дочь сказала? А и то и сказала, что: «Мама, помнишь письмо в серванте? Ты его отправь по адресу, только почтой не посылай, как уговорились». Клавдия Васильевна, а что с вашей внучкой? Внучка у нас с рождения хворает. А, ну вот, приехали. Пойдемте, я вас сейчас провожу. Спасибо. Насонов получил разрешение ознакомиться с делом Анны Громовой в архиве суда. 23 августа 2008 года убит бизнесмен Лукницкий Николай Павлович, владелец аптечной компании. Так, а убит он ножом, точнее кинжальчиком для разрезания бумаг, удар пришелся точно в сердце. Так, в преступлении созналась приходящая домработница Анна Громова. Объясняет она это так, что хозяин дома давно на нее положил глаз, однажды напился, стал к ней приставать, завалил на диван, она сопротивлялась, но он-то сильнее, и завалил ее. А она вырвалась, схватила кинжальчик для разрезания бумаг и ударила Лукницкого. Угу. Вскоре вернулась жена Лукницкого, Инна, нашла мужа, домработница была на кухне, ну, та и покаялась. Так, в суде Анна Громова полностью признала свою вину, учитывая состояние аффекта и обстоятельства, получила минимальный срок. Так, фотография. Вот и фотография. Такое простое и спокойное лицо. Даже не верится, что такая женщина могла пойти на убийство. Вот и я не верю. Вот что, я тут еще покопаюсь в делах. Ты поезжай в агентство и подними все наши материалы за 2008 год. Зачем? Я где-то видел это лицо и видел я в наших материалах. Так что поезжай, ищи. Да-да. Роман тем временем встретился с лечащим врачом Соней Громовой. Печальный случай. У Сони врожденная патология. 2 года назад, в августе 2008-го, наступило обострение. Но ведь тогда же вам удалось ее спасти? Увы, у нас не было аппаратуры для проведения подобных сложных операций. Девочку отправили в Германию.
Немецкие коллеги спасли ей жизнь. В Германию? Но это же наверняка стоило больших денег. Да, если быть точным, 18 тысяч евро. В рублях это около 700 тысяч рублей. Ее матери как-то удалось найти необходимые деньги в самый последний момент. Ну, должно быть, деньги дал кто-то из спонсоров. Такое бывает, хоть и не часто. Богатые люди помогают бедным, если речь идет о жизни ребенка. А каким способом поступили деньги? Перевод? Да, это был банковский перевод. Мы сразу же переслали всю сумму немецким коллегам. А вы не в курсе, от кого был перевод? Ну, молодой человек, вы слишком много от меня требуете. Я врач, а не бухгалтер. Нужно поднимать документы в бухгалтерии. Я попробую вам помочь. Если что-то найду, перезвоню. Ну, в любом случае, заранее спасибо. А как сейчас у Сони дела? Мы ее наблюдаем. Отметили ухудшение состояния. Девочку снова нужно отправлять в Германию. Собственно, это было ясно с самого начала. Немецкие коллеги говорили и просили нас привести к ним Соню через 2 года после операции. И во сколько это может обойтись? Еще 5000 евро. Это только лечение. Хорошо, спасибо. Всего хорошего. Курьер Дима Рогов направлялся в офис детективов с письмом, однако кто-то остановил его выстрелом из травматического пистолета. Выясняется, что письмо детектива Алексею Насонову было отправлено по поручению Анны Громовой, 2 года назад осужденной за убийство бизнесмена Николая Лукницкого. Нашла я эту Громову, но у вас и память. Проходила она 2 года назад по делу о супружеской измене. А в чем там суть, напомню? Ну, клиентка Марии Лобынина подозревала своего мужа Михаила. Мы проследили его встречу с любовницей, поставили камеру в спальне. В нашем архиве сохранилось это видео. Ну-ка, давай посмотрим. Так. Это вторая камера в спальне у окна. Михалыч, извините, я не знала. Черт, дура! Черт бы тебя побрал! Ты что тут делаешь? Да мне жена сказала ваша убрать квартиру. Она ключи оставила от квартиры, когда уезжала на дачу. Извините. Что у вас всех черт побрал? А ну-ка убирайся отсюда! Так, 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 ну-ка тайминг. 19.30, 23 августа 2008 года. А смерть Лукницкого по заключению судмедэкспертов наступила 23 августа в период между 19 и 20 часами. Загрузи-ка карту города. Так, вот адрес, по которому мы сделали запись. Это север города, окраина. Адрес Лукницкого? Так, вот. Это юг. Да это уже и не город, коттеджный поселок в ближайшем пригороде. Так это что же получается? Получается, что Анна Громова не могла одновременно оказаться в 2 местах. Ну, просто физически она бы не успела, даже если бы гнала бы на машине Формулу-1. Вот что, надо встретиться с Лобыниной и узнать, как развивались события после того, как мы передали видеоматериалы. Ну, я не знаю, либо у Анны Громовой была приличная заначка в валюте. Роман рассказал о том, что узнал в больнице. Да откуда заначка? Бабушка пенсионерка, мать подрабатывает домработницей, отец погиб. Какая заначка, Ром? Ну, так и я про то же. Не банк же она ограбила, в чем я сильно сомневаюсь. Да я тоже в этом сомневаюсь. Слушай, а если курьер Дима нес нам письмо, которое касалось вот того августа 2008 года, и если те 60 тысяч, которые получила бабушка, это плата за молчание? Ну да, второй перевод не дошел. Кто-то остановил курьера, а бомжоры описывают женщину лет 40. Да, женщина с машиной. Машина сорвалась из двора сразу после выстрела. А в деле о гибели Лукницкого фигурирует еще одна женщина. Это Инна, его жена. Она-то, кстати, первая обнаружила тело. Слушай, собери-ка мне всю информацию на это семейство. А вы куда? А я в колонию. Попробую добиться свидания с Анной Громовой. Учитывая все обстоятельства, я думаю, получится. К тому же это недалеко, 30 км. Алексей Викторович, ну, я поговорила с нашей бывшей клиенткой Лобыниной. Ну, так как было дело 2 года назад в августе? Когда она получила наш диск, она устроила мужу скандал. Анна ждала ее во дворе дома, ну, чтобы ключи от квартиры передать. То есть Громова знала, что попала в кадр на нашем видео, когда зашла в спальню, увидела, как муж развлекается с любовницей. Да, клиентка ей сказала, что ты будешь, мол, еще одной свидетельницей при разводе. Раз все видела.
Угу. И письмо, которое 2 года хранилось у них в доме, было страховкой Громовой. Ну, на тот случай, если что-то пойдет не так. И, похоже, такой случай имел место быть. Да, слушаю. А, это вы, друг? Что, вы знали что-нибудь по поводу перевода денег для операции Сони? Так. Вы уверены? Спасибо большое. Алексей Викторович, вы на месте? Ну, я по дороге туда, а что? Да, есть информация по поводу перевода на операцию для Сони. Ну, те 18 тысяч пришли из аптечной сети Лукницкого, на тот момент уже покойного. А что удалось выяснить по жене покойного? А Лукницкая Инна Аркадьевна, 40 лет. Закончила мединститут, фармакологическое отделение, училась вместе с покойным. А после его окончания Лукницкий начал свой бизнес, быстро разбогател, и они с Инной поженились. А фирма – это личный бизнес Лукницкого? Нет, он владел фирмой на паях с компаньоном, неким Барышевым Геннадием Давидовичем. Он тоже учился с Лукницкими на одном курсе. Теперь место покойного мужа в фирме заняла Инна. Есть адреса офиса и квартиры Барышева. Ты по базе ГИБДД посмотрел, что за машина у Лукницкой? Да, посмотрел, белый иномарк. А травматика имеется? У Инны нет, но на Барышева зарегистрирован травматический пистолет. Поезжай к офису Лукницкой и наблюдай за ней. Роман ждал Инну Лукницкую у офиса аптечной компании. Алло, Катя? Ну, лови, я высылаю тебе фото Лукницкой. Окей, тогда пойду поищу этого бродягу Жору, может быть, он ее опознает. Помощник детектива установил наблюдение за Инной Лукницкой. Опа. Так это же домашний адрес Барышева. Уже интересно. Извините, можно вас на минутку? Да, молодой человек, в чем дело? А вот только что в подъезд зашла девушка. Вы ее видели? Она так похожа на мою старую знакомую, мы с ней 100 лет не виделись. Она что, здесь живет? Инна? Да, Инна. Да, здесь, на 3-м этаже. Собственно, квартира принадлежит мужчине. Барышев, кажется, его фамилия. Мужчине. Значит, замужем, да? А я так надеялся. Да уж, молодой человек, опоздали вы. Барышев солидный мужчина. Прежде-то он один жил, а Инна появилась 2 года назад. Рома скинул фото Лукницкой. Сейчас загружу в компьютер. Так. Вот, посмотрите, вы в личном виде. Ну, не знаю. Ну, давай смотри внимательно. Свой гонорар в жидком виде ты уже получил. Это та женщина, которую ты видел за полчаса до выстрела во дворе на Коммунаров? Да вроде похожа она. А машина? Вот она стоит около своей машины. Эту машину ты видел после выстрела во дворе? Да вроде похожа она, и цвет такой. Ладно, спасибо тебе, давай, будь здоров. Вроде бы, да похоже, тот еще свидетель. К тому же он тогда был еще не совсем трезв. Да. Все, я понял, уже еду. Дали разрешение на встречу с Громовой. Анна, здравствуйте. Я частный детектив, фамилия моя Насонова. Слава богу, вы получили мое письмо? Нет, не получил. Но давайте сейчас не будем об этом, у нас мало времени. Я знаю, что вы взяли на себя чужую вину и, в общем-то, догадываюсь об обстоятельствах, при которых это произошло. Да, врачи сказали, что с операцией нельзя тянуть, иначе все. Ну, я обратилась к Инне, она все-таки женщина не бедная, думала, поможет мне, но она отказала мне. А потом вдруг она... А вдруг случилось 23 августа 2008 года? Да. Она позвонила мне поздно вечером и огорошила меня, сказала, что денег даст. И сама даже приехала ко мне на работу, я еще у других людей убираюсь. Инночка, милая, спасибо тебе, век не забуду. Стоп, ты меня знаешь, я человек трезвый и к сантиментам не склонный. Да, операцию твоей дочери я оплачу. Завтра же переведу деньги. Но в ответ на услугу. Мой муж в данный момент лежит в спальне. Он мертв. Что случилось? Сердце? Нет. А теперь слушай меня внимательно. Ты скажешь, он к тебе приставал.
затащил в койку, хотел изнасиловать. А ты его первым, что под руку подвернулась. Кинжалом для разрезания бумаг. Сердцем. Нет, я не могу, ты что такое говоришь? Меня же в тюрьму посадят. Дадут тебе немного, учтут обстоятельства, состояние аффекта. Дочка твоя будет жива. Выбирай. Пока будешь сидеть, я твоей семье помогу. Буду посылать деньги. И повторный визит в Германию тоже оплачу. Хорошо, я согласна. А по дороге в коттедж к Инне я попросила ее заехать ко мне домой. Мамы тогда не было дома, она уехала к родственникам. То есть вы подозревали, что такая женщина, как Инна, может вас обмануть, и написали мне письмо? Да, я положила его в сервант. А тут я от мамы получаю весточку, что Сонечке опять очень плохо стало, и деньги закончились. Но я у одной авторитетной зечки выпросила мобильник, позвонила Инне. Я говорю, ты же нарушаешь наш договор. Так, и что она? Да она меня к черту послала. Сказала, денег она больше мне не даст, хорошенького понемножку. Ну, я и завелась. Сказала, пеняй на себя. Жди в гости детектива Насонова. Завтра он получит письмо. Так, а Инна и Барышев, они были любовниками? Да, еще задолго до смерти Лукницкого. Я ведь к Инне приходила 3 раза в неделю убираться. А вот когда Лукницкий уезжал в командировку, она мне запрещала приходить. Так, а вот 23 августа 2008 года? А Лукницкий был в командировке. Но, видимо, он приехал раньше срока. Ну и застала Инну с Барышевым в постели. Я-то уж не знаю, что у них там произошло. А я видела его уже мертвым, когда приехала. Да, слушаю. Договоритесь же. Алло, Инна Аркадьевна, у меня к вам разговор по делу. Что за шуточки идиотские? Да уж какие тут шуточки. Узнаваемый рингтон. Как раз такой слышали вчера, незадолго до покушения на курьера Дмитрия Рогова. Какого еще курьера? Что вы несете? Ну, об этом чуть позже. А сейчас меня очень интересует одно уголовное дело. По факту гибели вашего мужа. Да. Он был слаб по части женского пола. Решил завалить в койку нашу домработницу. И получил по заслугам. Я недавно разговаривал с Анной Громовой, и она мне рассказала, как все было. И что вам эта уголовница наплела? На суде она полностью признала свою вину, и точка. Я еще, дура, ребенку помогла. Да нет, Инна Аркадьевна, точку ставить еще рано. У Анны была страховка, и я сам, того не ведая, обладал этой страховкой. И она бы так и пылилась бы в архиве, если бы не вчерашнее покушение на курьера Диму. Он нес ко мне эту страховку, а вы решили его остановить. Какая еще, блин, страховка? Вот, взгляните. Поставьте диск. И обратите внимание на тайминг. 23 августа 2008 года. Время 19:30. Анна не могла оказаться сразу в 2 местах. В вашем коттедже и в доме моей клиентки. Ой, Михаил Михайлович, извините, я не знала. Черт, дура! Черт бы тебя побрал! Гадина, мерзавка! Провела меня! А вот еще большой вопрос, кто здесь гадина и мерзавка. Вы воспользовались горем несчастной женщины и прикрыли преступление, которое совершили либо вы, либо совместно с вашим любовником Барышевым. Убили мужа, прибрали к рукам его бизнес и зажили счастливо. Ой, а позвольте полюбопытствовать, что у вас в сумке? А травматический револьвер. А ведь из него недавно стреляли. Как же так, Инна Аркадьевна, промашечка вышла. От ствола надо было избавляться. Ну что ж теперь говорить. Теперь им займутся милицейские эксперты. Благодаря материалам из архива детективного агентства, невиновность Анны Громовой была доказана. Лукницкая и Барышев находятся под следствием. Курьер Дима поправился после ранения. Благотворительный фонд нашел деньги на лечение Сони.